А вот нет больше мостика на гору Алчак. Помните, туристическая тропа начиналась мостиком. Начиналась 20 гривнами за проход. Все, мостик смыл, июньским дождем. Вот вся эта картина. Когда-то здесь был мостик, когда-то здесь была площадка. Теперь вот так. Вот здесь когда-то был мостик на гору Алчак. Ну, на память. Вот как-то так. С природой этим летом. Какой у нас июнь? Крымский репортаж.